По данным сайта объясняем.рф, за неделю с 10 по 16 июня выявлено 8168 случаев коронавируса. Умер 31 человек. Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионах Черноземья. В Воронежской области 99 новых заражений коронавирусом. В Липецкой 29, Курской 11, Белгородской 56, Тамбовской 8. За неделю в Москве умерло 9 человек, в Санкт-Петербурге 5, в Пермском крае 4. Напомним, за время пандемии в мире умерло более 7 миллионов человек.